Всем привет! Хочу поделиться опытом владения замечательного автомобиля Honda Civic 8 поколения. Я считаю, это лучший вариант в данном классе. Надежный, экономичный и быстрый автомобиль. Несмотря на то, что он выпускался с 2006 по 2012 год, он до сих пор актуален и красив. Но если вы ищете именно сейчас данный автомобиль, советую искать только на юге. В Москве они уже все гниют. Свет у Civic не самый лучший, но я советую ставить обычные галогенки. По крайней мере, они светят в любую погоду относительно хорошо. За 7 лет владения я проехал 150 тысяч километров, и он подвел меня один раз, когда я заправил очень плохой бензин и заклинил бензонасос. Но он продается в любом автомагазине, я его быстро поменял и поехал дальше. На момент продажи уже было 290 тысяч километров, я менял только расходники, никаких поломок больше не было. Автомобиль превосходно держит трассу, на дальнее расстояние ехать одно удовольствие. Из минусов низкий дорожный просвет и большой радиус поворота. В городе парковаться не очень удобно на нем. Также можно отнести к минусу стучащую рейку, но она ремонтируется, и гидроопора. Но ставится кастомная либо с BMW, либо с Peugeot стоимостью 5500 рублей, и обычно про нее забывают. Довольно часто менял стабилизаторы. Механика и автомат очень надежные. А вот робот нуждается постоянно в калибровке, но он идет только на 5D. Гибрид вообще не советую брать, так как высоковольтные батареи уже у всех плохие, старые, они нуждаются в переборке, а без нее вы ездить не сможете, так как на машине не установлен даже генератор. Двигатели очень надежны, некоторые экземпляры прошли по 1 000 000 километров. Своевременно меняйте масло и иногда регулируйте клапана. Они здесь как на классике, то есть без шайб. Цепь на весь срок службы, но если она вытянется, загорится чек engine. У некоторых обламывают болт автоматического натяжителя ремня. Тогда ставят механический натяжитель на генератор и короткий ремень. Иногда приходится менять прокладку ТЭК и уплотнительные кольца на распредвале. А также чистить приходится клапан ПЦВ. Замок зажигания, как и на всех Хондах, уже на 150 тысяч километров уже начинает барахлить. Решается путем выкидывания или замены солдатиков, которые плохо ходят. Но это можно сделать даже самостоятельно. Для автомобиля предусмотрено очень много решений в плане тюнинга. Часто перегорали лампочки в кнопках, пока не заказал нормальные диодные на Алиэкспрессе. Средний расход составлял 6-7 литров, причем на 92-м бензине. Зимой в машине тепло, летом отлично работает кондиционер, который за 7 лет ни разу даже не заправлял, проверял, и все в нем нормально. Автомобиль оставил только теплые воспоминания. На канале есть большой плейлист по обслуживанию данного автомобиля. Можете смотреть и комментировать, спрашивать, я всегда вам отвечу.